Так, ремонт самоката Куга. Здесь было все напутано с проводами. Пока непонятно, что тут происходит. В общем, мы нашли несколько схем в интернете и попробовали уже несколько схем по подключению. Сейчас мы подключили провода. А можно это посмотреть? Еще по одной схеме. Вот по такой схеме мы их подключили. Сейчас мы пробуем включить. Если что-то закоротит, то значит что-то закоротит. Вот. А что будет-то, если закоротит? Дисплейчику хана. Ах, хреново. Что, нажимай. А, чисто на питании? Вообще не включается. Там, то есть питание не идет. Нет, это питание подключилось. То есть, короче, то есть такая схема тоже не работает. Печально. Закончили ремонт самоката, не смогли найти причину. Кто-то до нас уже тут ковырялся, была синяя изолента, какие-то разъемы были вскрыты, перепаяны. В общем, какой-то глюк между контроллером и экранчиком, и он просто не работает вообще. 2 месяца ехал новый набор. Клиент 2 месяца сам заказывал, 2 месяца ждал, подключили, но все разъемы полностью новые в этом самокате. Поэтому 2 дня ушло просто на перепайку. То есть вся работа заключалась в том, что 2 дня перепаивали все разъемы, меняли все провода, все протягивали. Теперь все работает, и свет работает. Сейчас включу. Горит и фонарик, и тут всякая подсветка мигает. В общем, все полностью починили, но ушло на это 2 дня. Сейчас самокат ездит. Есть проблема в том, что, во-первых, все болтается и все дребезжит. Вообще, тут он просто громыхающий такой самокатик. И в колесе нет датчиков холла, из-за этого он как-то немножко рывками едет. То есть это чувствуется, что нету датчиков холла, что несинхронно переключаются обмотки в самокате. Но вот все починили. Чуть больше 2000 стоимость ремонта. Но по времени 2 месяца.